Right to Life presents. Если есть одна вещь, которая точно согреет сердце, это просмотр истории о животном, спасенном от жизни в боли и страданиях. Одна из таких счастливчиков, Элли Мэй, которой так сильно пренебрегали, что, когда ее привезли в приют, было почти невозможно узнать, каким животным она была на самом деле. Гуманное общество Небраски дало Элли Мэй второй шанс на жизнь, и она им воспользовалась. Собаку по имени Элли Мэй привезли в приют в плачевном состоянии. Ее нашел мужчина, который пошел гулять со своей собакой. Пса неожиданно привлек странный комок шерсти. Пес на него начал подозрительно лаять, на что комок шерсти вдруг начал двигаться и громко чихнул. Мужчина не на шутку заволновался, так как то, что он увидел, не походило на животное, а походило на старую потрёпанную шапку. Он немедленно связался с Центром защиты животных, и сотрудники увезли животное в ветеринарную клинику. Ветеринары, которые увидели собаку, признались, что еще не сталкивались с таким запущенным случаем, но решили помочь бедняге. На бедняжке было 4 килограмма спутанной вонючей шерсти, которая не позволяла ей передвигаться. Дело в том, что хозяйка собаки умерла. И Элли Мэй пренебрегали настолько, что она стала похожа на невиданное существо, нежели на собаку. Больше всего ветеринары переживали о том, что из-за плотной спутанной шерсти у собаки мог быть передавлен кровоток и часть ее лап придется ампутировать. К счастью, опасения врачей не подтвердились и лапы собаки были в порядке. Посмотрите, какую грязную вонючую шубу состригли ветеринары с Элли Мэй. А вот какое чудо скрывалось за этой спутанной шерстью. После того, как с собаки состригли 4 килограмма шерсти, выяснилось, что песик здоров. Эта милая собачка сама начала ходить на следующее утро после стрижки, и сейчас у нее все хорошо. Через неделю ее уже забрала женщина из приюта и дала новую кличку Стейси. Теперь у малышки точно будет все хорошо. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.